Дагестанка стала жертвой экстрасенсов. Женщина заплатила более 185 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим решить ее проблемы. Все началось с того, что женщина увидела в интернете объявление об оказании эзотерических услуг. Я позвонила по указанному номеру, со мной связался представитель этого сайта. После со мной связались их работники, выслушали меня, потом сказали, что могут помочь мне. Но им нужно сделать диагностику, только нужно заплатить 8100 рублей. Ну, я стал возмущаться. Почему 8100 рублей? Вы же сказали, что бесплатно. Но вы не переживайте, это не такая большая сумма. Несколько раз мне пришлось эти суммы перечислять. Хотя у меня их и не было, мне пришлось пользоваться кредитной картой и перечислять на их счет. В общем, в сумме оказалось 185 тысяч рублей. Но они на меня оказывали психологическое воздействие, что не переживайте, мы вас включили в федеральную программу, что необходимо вам всю необходимую сумму, которую вы потратили, будет обязательно возвращена, никаких проблем. Но когда псевдоспециалисты получили деньги, они перестали выходить на связь. Пострадавшая тут же обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело. МВД призывает жителей республики не вестись на уловки мошенников, не пользоваться сомнительными услугами и доверять только проверенным сайтам.